Первый гол Самуэля Это'о. У Жирков проход был просто как будто из вот его армейской карьеры. Только наложение футболки другого цвета. 1-1. Но здесь очень много свободы дали Жиркову. Зачем надо было пытаться в такой агрессивный отбор идти? Это все не то, что нужно. Вот, вот, сейчас, смотрите, куда бросается с выставленной ногой? Под Жиркова нельзя бросаться. Жиркову надо аккуратно и четко играть защитнику. Ну и Самуэль Это'о. Да, игры рукой, кстати, не было. Совершенно прав Егоров. Ну, это Гаскан, конечно. И затем уже все остальные защитники вынуждены были также пытаться играть. И...